Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Так, здесь какие-то, что тут за банки какие-то пластмассовые. Ребята, так, стоп, сережка, бижутерия. Ну смотрите, что там лежит. Это же айфон. Опа, куртка. Ребята, я в шоке. Гуччи. Ой-ой-ой. Охренеть, что происходит? Настя, ты что творишь? Ручку Паркер кто-то покупал. Да ну. Поздравляем. Да. С днем рождения. Спасибо. Ура! 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 После дня рождения прихожу домой, и что я вижу, ребятушечки? Меня всего лишь смотрят 18% людей с подпиской. Это очень мало, ребят, ну вы посмотрите сами. Порадуйте расхитителя помоечки на день рождения подписочкой. Светит солнышко с утра, на помоечке пора. Все, днюха прошла, пора идти разрывать кормушки, ребятушки. А ну свали отсюда, это моя помойка. Чайка, блин, вообще обнаглела. Эх, ребятки, что же тут есть? Офигеть, какая сочная кормилица моя. Надо залазить. О, вещички. Вот это я люблю. Только вот женскую одежду не люблю. Люблю мужскую. Это что такое? Ребят, зацените, что нашел. Подскажу, где что почем. Жилетка из пятерочки. Не одна. Раз, два, три, четыре. В итоге четыре жилетки. Даже вот не знаю теперь, что мне с ними делать. Может, на зиму, кстати, можно оставить. Не зимой, короче, по помоечкам ходить будет тепло. Две штуки отложу себе и Диме на зиму. Помойка утепляет. О, это с булочной выкинули. Видите, смотрите, какой рулетик. И вот еще. Сегодня я, кстати, без перчаток, потому что я сейчас роюсь в помойке утром, а гаражный кооператив закрыт, где у меня перчатки. А дома перчаток не было и купить их негде. Я с ювелирной точностью буду разрывать пакетики аккуратненько, так что все окей. О, баночки какие-то. Можно использовать для анализов, кстати. Скоро я, походу, буду консультантом на помоечке и буду подсказывать, где что почем. Проверю замок, а то вдруг расходится. Да не, все целое, ништяк. О, а тут унитазик завернутый аккуратненько, но очень грязный. Вещички, помойка одевает опять. Опа, смотрите. USB кабель для айфона, вроде бы Арик, может даже рабочий, заберу себе. А еще тут есть чехол от 11-го айфона, но он очень липкий, короче, еще и желтый мне не нужен. Айфона я здесь не обнаружил, к сожалению. Вот еще вещи, давайте посмотрим. О, походу тут Гуччи. О, ну да, Гуси. Кстати, Арик или нет? Нет, это не Арик. Это вообще все как будто детское. Да, детские вещи. О, ребята, помойка дарит свадьбу. Неплохое такое платье. Вот это я возьму. Вот это у меня купят. На барахолочке по-любому урвут. Рублей за 800, может, ну, за 500 как минимум. Хотя тут есть пятна, походу, может, от сока. Но это отстирается. Как раз вот в этот пакет уберу это платье. Что это? Ребят, это еще шапка, что ли? Обалдеть. Вы видели хоть раз такие шапки? Ну, она, может, даже модная, я не шарю. О, пиццика. Блин, засохшая, как сухарь. А так я бы полакомился бы. О, Яндекс-станция была. Блин, хочу себе какую-нибудь эту Яндекс-станцию заиметь по приколу. Общаться с ней. Интересно, что она мне ответит, если я ей задам вопрос. Алиса, а помойка кормит или нет? Блин, я думал, это сисечка. А это просто надувной шар. И, кстати, смотрите, как скутер визуально изменился. Тут, помните, была такая панель вся кривая, косая. Короче, мы ее убрали и оставили так. Короче, смотрится офигенно. И плюс рулиться он стал, ну, попроще. Надеюсь, помойка порадует.
Ну, что-то сомневаюсь. Посмотрите, бак-то вывезли. Ничего нет почти. Да кто мне тут звонит? Ну, офигеть. Конкурентка. Да, алло. Ага. Я сейчас, ну, лутаю помоечки, расхищаю. А чё? Вместе? Ну, давай. А ты где? Хорошо, ну сейчас-то подъеду. Через минут 5-10. Ща, ребят, полутаю с девчонкой. Зацените заодно мою конкурентку по мусорному ремеслу. О боги, Настюха, нифига себе. Какая юбочка у тебя. Привет. Конечно, привет. Давай кулачок. Ну так, давай ненадолго, потому что я уже в гараж собирался. Сейчас залутаемся, надеюсь, что-то найдем. Так, уселась, удобно? Да. Ну, поехали. Смотри, какие-то подушечки. Вот это деду надо, вот это я залезаю. Они с клопами могут быть. Могут быть, конечно, да, клопики. А это матрас-скатка, знаете, как в приютах. Я вот в таком в детском приюте спал на таком. Опа, помоечка обувает. Но ботиночки-то кушать хотят, поэтому, ребятки, я с ними пообщаюсь. Здравствуйте. Здорово. Есть что-нибудь здесь поживиться? Да, можешь мной поживиться. Ну ладно, тогда не буду. До свидания. Так, что тут? Ну, какие-то бытовые отходы. Кстати, сумочка из магазина Гуэс. Это же дорогой бренд. А пищевые отходы фигня. Ребят. Это видеокарта. Она в пленке даже. Я в шоке, бля. Обалдеть. Мне как раз в гараж в компьютер надо. Я надеюсь, здесь отвала чипа нет. Видюшки я редко нахожу, но метко. И видеокарты, да, это неплохая находка. Это видюха GTX 760 Jetstream на 2 гига DDR5. 256 бит шина. Настя! Зацени. Прикинь. Это вентиляторы, да? Для чего? Для компьютера? Да, это видеокарта для компьютера, неплохая. Че ее выкинули-то? Походу я понял, ребят, вот здесь вот, вы видите, нет, вот тут погоревшие эти чипы. Походу из-за этого и выкинули по-любому, она из-за этого не работает. То есть, по сути, если здесь нет отвала, а всего лишь вот эти чипы надо перепаять, не знаю, дорого это стоит или нет, я, короче, ее в ремонт сдам, и ее починят, и будет у меня в гараже видюха на 2 гига, а сейчас стоит на 1 гиг. Офигеть, так она еще, смотрите, она еще в защитной пленочке. Вот, распаковка, по сути, можно сказать, новой видеокарты на помойке. Это топчик, ребят, реально, топовая находка. Немножечко заполненная, более чем предыдущая. Хочу, чтобы мой ротик тоже был так же заполнен. В смысле? Чем-нибудь вкусненьким. А, конечно. Я понял. Ну, надеюсь, сейчас вкусненько поживимся с помоечки. Нам бы пиццу, да, и винишко бы найти. А вон там булки. Булки? Ой, ну это не булки. Это кивики. Кивики, смотри, они даже не гнилые. Надо перебрать эту медяшку. Проводки, вот эти розетки надо подключать. Тут алюминий тут. Красавчик, чем занимаешься? Да я вот медь перебираю. Вот видишь, ну латунь сортирую, в общем, все такое. Че, скучаешь? Да, у меня вот тут горе у меня. В общем, я с парнем рассталась недавно. Вот. Слушай, как ты смотришь на то, чтобы немного поговорить, пообщаться? Давай пообщаемся. Ты такой симпатичный. Спасибо. О, качок немножечко. Да, на помойке вот накачался. Ну, ты тоже ничего такая вообще, лисичка так-то. Так и что у тебя случилось-то? С парнем расстались. Я любила его сильно. Он меня не любит. Ты мне поможешь это пережить? Как-нибудь поддержать? Да, могу поддержать, конечно. Ну, без проблем. Может, пообщаемся? Выпьем чуть-чуть? Хочешь расслабиться? Слушай, ну вообще было бы, конечно, интересно, да. У меня как раз тут есть такой вот мини-барчик.
Ну вот, вот такая выпивка у меня с помоечки. Вермут, походу. Отлично. Да, давай чуть попозже. Давай. Здравух. Да. Знаешь, ты мне всегда нравился. Сильно нравлюсь тебе. Да, у тебя очень обаятельная улыбка. Спасибо. Ну ты тоже такая, ничего. Ой. О, сразу алюминий. Вот это деду надо. Тяжелая. Слушайте. Да ладно. Ребят, очередная сумка Яндекс.Еды. И она, кстати, чем-то наполнена. Яйцами, что ли? Обалдеть, посмотрите, какой-то курьер выкинул. Наверное, устал, блин, там бегать в этой Яндекс.Еде. Что там у нас внутри? Сапожки, можно за грибами идти. А тут, смотрите, сколько яичек. Давайте по приколу посмотрим срок годности. Ну, вообще, яйца с помойки я не ем. Дата сортировки 20 мая 2021 года. Хранить не более 25 суток. Короче, они еще даже не просрочены. Возможно, знаете, что я думаю? Курьер Яндекс.Еды украл эти яйца с Пятерочки, его поймали с поличным и выгнали нахер с работы. Поэтому он и выкинул этот рюкзак. И плюс, видите, они его вот так вот хватали, типа, ты че, сука, яйца с... украл. И порвали ему еще и рюкзак. Я раскрыл эту задачу. Рюкзак я, кстати, оставлю. Я его сейчас к скутеру прицеплю туда в багажник. И буду складывать в него находки. Вот, смотрите, ребят, как это будет выглядеть. Сумку я туда стану, туда засуну рюкзак и буду туда скидывать находки. Короче, нифига себе, вот это прокачка скутера. Спасибо Яндексу. О, смотрите, молоденькая картошечка. Опа, штанишки. Ух ты, спортивки. Блин, проперженная мотня. Ну вот это мне не надо. Опа. А, блин. О, корж. Не, пицца. Ребят, это вообще с пиццерии выкинули, она свежая, мягенькая. Но она вот прям так валялась. Это вот видите, банка там с томатами, это вот пиццу делали по-любому. Ну охренеть, там может еще парочку пицц. Но вот была бы она в коробочке, я бы полакомился. А так не буду есть, оставлю конкурентикам, бомжам. Ой, смотрите, какой сплинтер. Прикольненький. А, это еще и рюкзак. Денег нет тут? Нету. Ой-ой-ой, короче... Забираю пакет. Так, это что такое? Это свечка. Еще целая, типа, можно подпаливать. Помойка дарит романтику. Это цветочки, ребята. Это наклейка декоративная. Это можно на скутер наклеить. Хотя там уже все обклеено. Нафиг надо. О, ремень, смотрите, какой интересный. Может, даже настоящая кожа. Бренд V.V. Cassius. Вон, смотрите, целый абсолютно. И тут даже есть вот такие значки. Забираю. Он реально кожаный, видно сразу. Еще ремень. Но он покоцанный, брать не буду. Его не купят. Опа, 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 цепочка. А, это ремень такой. Ну, тоже возьму для барахолки. Блин, жалко, что не настоящий миллион. Так бы он мне очень бы пригодился бы. Ручку Паркер кто-то покупал. О, да ну нахуй. Ой, простите за мат, но я реально в шоке, ребят. О, да ладно. Ребята, это Паркер. Там вот написано Паркер. Первый раз в жизни держу в руках Паркер. Ё-моё. Обалдеть, какое качество, какая она приятная в руке. Смотрите, ее заправить походу надо. Ребят, походу Арик. Ребят, она целая полностью, я в шоке. Я ее продать смогу за такие бабки. Вот документация, вот смотрите, Паркер. Инструкция, но видно, что это не паль. Уже по инструкции, короче. Свечки. Короче, офигеть, ручка Паркер в коробке. Ребят, я ее положу в VIP-сюрприз-бокс. Или продам, короче, подумаю. Ну, скорее всего, VIP-сюрприз-бокс, потому что это топовая находка. Такие ручки стоят в магазине, походу, очень дорого. Обалдеть, вот это я успешно зашел на помойку. Ребят, такими ручками депутаты нафиг пользуются, представляете? Вот реально чиновники всякие вот такими ручками пользуются. Это Паркер, самая лучшая фирма, которая делает ручки. Сейчас, ребят, попытаюсь рюкзак все засунуть. Надеюсь, он влезет. Короче, смотрите, идеально влез, просто идеально. А теперь, в общем, делаю вот так. Это теперь скутер, как будто Яндекс.Курьера, который катается по помойкам и собирает туда продукты. Вот люди будут думать реально такое. О,
Вынос хаты. Как я их обожаю. Опять женская обувь, блин. Была бы дольчика бомжана, я бы взял. Опа, куртка. Чё? Ребята, я в шоке. Гуччи. Обалдеть. Интересно, арик или нет? Слушайте, походу мой размер. Чё это такое красное? Томатный сок, что ли? Ребята, я в шоке. Ебать, помойка в Гуччи одевает. Смотрите, значок Гуччи. Ребята, это походу арик. Или хорошая подделка. Размер 2XL, это, короче, даже на меня чуть большеватая будет. Но я думаю, ребят, Гуччи-то я на себя напялю по-любому. Made in Italy, ребятки. Ебу. Обалдеть, ребят, я нашел себе топовую куртку Гуччи в помойке. Ой, как офигенно, блин, как я рад вообще. Помойка меня так одевает. Короче, ребят, если вам интересно, вы можете ее найти в гугле и узнать, арик это или нет. Ой, 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 крылышки из KFC, ребят. Ой-ой-ой, блин. Ух, я сейчас их похаваю. Вот это у меня завтрак офигенный. Смотрите, какой-то провод. А не это. Ой-ой-ой-ой. Это замок на кодовом замке. 4 единицы, нет. Короче, ребят, я его сейчас попытаюсь разгадать, чтобы его вскрыть, потому что это деду надо. 3-3-3. Ребята, 45-16 код был. Тупо разгадал за минуту примерно. 45-16 код. Все закрывается. Так, 45-16. Обалдеть. У меня плюс один замок для моего скутера. Помойка дарит безопасность. О, зарядка автомобильная. Спидозный станочек. Ребята, обалдеть. Детские игрушки. Тут может, кстати, быть золото или серебро. Наушники какие-то. Типа Beats Audio, но намного дешевле. Но они, кстати, в офигенном состоянии, поэтому я их возьму. О, ракушечка с моря, которую зовут Андрей. Мелочи, но приятно. Ого. Ого-го. Ой, лавашики. Только они с цветами, поэтому брать не буду. Фух, ну буду дегустировать. Курочка... пахнет перцем. Но не первой свежести. Кстати, пока по консистенции видно. Чуть-чуть липкая, ребят. Смертельно опасно, оставлю бомжам. Да ладно. Ребят, вы это видите? Опять крылья. Кстати, эти уже по-любому нормальные. Видно, что они свежие. Помойка мне дала второй шанс на пропитание. Ой, это что за цепочка тут? Блин, думал, хотя бы серебро, это алюминий. Кстати, смотрите, что написано. Это не я писал. Штребух. Ребята, вот это балдеж реально. Чистой воды кайф. Да, чувствуется, что они свежие. Хрустящие. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ой, сразу лежит какой-то хренодер вкусвилловский. Опа. Кто-то ремонт в ванне делал, смотрите. Металлолом вот это. А это трубы, блин, не металлические. Так бы можно было бы забрать. Тут приемка недалеко, мог бы сразу отвезти и сдать. О, дворники банки собирают, смотрите. Но я банки не собираю, мне они не нужны. О, помойка обувает. Шляпные ботинки от бренда Кеддо. Опа. Ребята, смотрите. Разобранный наполовину вентилятор еще с ножками. У меня в квартире сейчас нереальная жара. И если он рабочий, я надеюсь на это. Если не рабочий, починю, может быть. То я его, ребят, буду использовать и кайфовать, и прохлаждаться. Помойка дарит прохладу. Ой, это что? Ой, это вынос с кухни. Смотрите, это финики. Целая пачка, запечатанные. Ой, я финички-то люблю. Заберу. Хлеба. О, вынос хаты.
Кайф. Помойка обувает Фила. Ну, видно, вроде бы не Арик. Ну да, не оригинальные, но, кстати, неплохое состояние. Можно взять, их купят. О, Доритус. Доритус. Целая пачка. Вот это я буду хавать, кайфовать. А вот и второй филовский кроссовок. Смотрите, состояние вообще огонь. Вот это я возьму. На барахолке купят рублей за 200. Блин, какая стрёмная. Я таких кукол очень боюсь. Они такие криповые. Брать я не буду. Ничего, нет походу здесь. Хотя чем черт не шутит? Вроде Моргенштерн едет. Обалдеть, кого на помойке только не встретишь. О, помойка одевает опять. И снова в женское. А вот эти шортики, кстати, довольно-таки сексуальные у ребятушечки. Возьму тогда своей девушке, чтоб показывала мне свою попку. Фуй, воняет дохлятиной. С кухни вынос, ребята. Джем слива. Ой-ой-ой, что это такое тяжелое? ИРП, индивидуальный рацион питания, ребят, запечатанный. Вау, вот это находка, ребята. Говядина тушеная. Я как будто в армии сейчас. Хотя в армии не был, но кормят там вроде бы как неплохо. Вот это топовая находка. Смотрите, сухое горючее, салфетка дезинфицирующая, спички. Вау. Забираю. Что-то тяжелое вот здесь. Наполнитель для лотка с котехами. О, смотрите, против угонка. Ребята, это у кого-то велик угнали. По-любому. Жесть. Будьте осторожнее, вот такие против угонки не покупайте. Берите что-то помощнее. Потому что у вас могут тоже так же угнать. Смотрите, за углом помойка обувает. Ребята, смотрите, что я заметил. Там, короче, под хламом коробка от айпада вроде бы. Надо лезть по-любому. Вдруг мне реально повезет, и он там есть. Не, она пустая, блин. Ну да. Ух ты, какая помойка такая офигенная, с крышей. О, так, здесь может быть заначка денежных средств, но нету. Зато какая овечка, еще и с подарком. Так, смотрите, тут какой-то блок питания. На сколько вольт? 12 вольт, 2 ампера. Обалденный. Для RGB подсветки пригодится. В общем, деду это надо. О, помойка одевает. Обалдеть. Ребят, мой размер. Adidas. Видно, Арик. Размер L. Смотрите, какая стильная. Смотрите, какие рукава. Ой, сасная. Вот это мне не надо. Обалдеть, а рукава какие. Ребят, вот это сегодня день. Блин, офигенный. Вот это утро офигенное. Quality Couture. Тоже Adidas штаны спортивки, но огромные. Но я знаю, кому их подарю, поэтому возьму. Тут все мужское, походу. Это Nike. Размер L, мой размер. Белая толстовочка, ребят, топ. Я в шоке, блин, это круто. Блин, опять женская. Вот эти лифчики или накладки под яички. О, ребят, мужские шорты Adidas. Обалдеть, мне как раз сейчас ходить. Офигенный Арик. Только карманов нет, вот это плохо, но ничего. Офигеть, забираю. Как же помойка одевает-то прекрасно. Это что? А, это тампоны запечатаны. Самый комфортный тампон в портфеле. Ну, это мне, конечно, некуда вставлять. Но для своей девушки заберу новые. А, не, или да. Да не, новые, ребят, офигеть. О, новые колготки, офигеть. Это я своей девушке подарю. Балдеж, помойка дарит новые вещи. Носочки. О, ребят, капелька секса, смотрите. Это такая находка для фетишистов. Они так балдели. О, шлепки. Вау. Кстати, 41 размер, целенькие. Обалдеть. Ну, я думаю, их возьму. Мне их жалко просто не брать. Это деду надо. О,
Чехол от iPhone 7. Так, iPhone нет, прокладки. Так, что тут еще? Еще! Нифига себе! Да ну нахер! Ребята, да я в шоке! Неужто они рабочие? Ребят, вы знаете, что это? Это одноразовые испарители, типа вейп. Курение опасно для здоровья и вредит вашему здоровью. Интересно, рабочие? Сейчас проверю. Не, они севшие, но у меня их, кстати, человек говорил, что по 10 рублей вроде или по 20 будет покупать. Поэтому я их все забираю. Тут до хрена бабла получится. Обалдеть, ребята! Да ну нахер! Тут такой вынос! Видимо, в квартире делали жесткую уборку. Смотрите, шмот какая-то на меня. А ну, разверну, посмотрю. Ребят, помойка одевает. Это даже круче, чем секонд-хенд ходить. Fallout Boy. Не знаю, как переводится, но это деду надо. Вот еще шорты Adidas. Что это такое? Это мужское, вообще не пойму. Не, мне это не надо. Это что-то не по-пацански, короче. Фрутоняня, ребят, холодненькая. Ой, запечатанная. Яблоки, малина со сливками. Ес. 1.02.21. Слушайте, наверное, лучше не стоит. О, прокладки, походу, ежедневные, новые. Это мои девушки. Смотрите, Marvel Avengers. О, я туда как раз сложу, в эту коробочку, вот эти все одноразовые испарители. Ну, и засыплю иголками. Как будто какой-то торт готовлю. Ой, как удобно. Наушники. Что за наушники? Qumo. Ну, это что-то бюджетное, надо будет потестить звук или что? Как они работают? А, вот сюда вот этот провод вставляется. Смотрите, состояние отличное. Прям отличное, реально. Надеюсь, звук хороший. Если рабочий, положу сюрприз-бокс. Так. О, шмотка, рубашка. Ух ты, кстати, прикольная в клеточку. Ой, моего размера такая большая. Забираю, блин. Забираю наушники. Так, есть они, вроде там что-то тяжелое. Блин, думал, есть. Вот в этих отсеках могут быть USB-кабеля. Новые, но нету. Так, это что такое? Там что-то есть. Ой, неужели тут хотя бы там серебро будет? Что это за кулон такой? Ребята, кулон какой-то. Так, проба есть? Нету. О, смотрите, это инь, а где-то должна быть янь. Или наоборот, там не шарю. Короче, я вот эту коробочку и два кулона забираю. Свадебная, походу, коробочка. О, это что? Дезодорант, антисперспирант. О, вот это надо мне. Буду под яичками пшикать. Обалдеть, и еще пакет. Я такой счастливый. Что это? Тяжелое что-то. Ребят, что тут? Я не знаю, это что-то надо соорудить. Какой-то конструктор, смотрите, пульт какой-то, клей. Я это заберу, сюрприз-бокс положу. Это, мне кажется, какой-то дом, что ли, собирать? Ну да, вот такую комнатку можно собрать из этого конструктора. Обалдеть, кто-то в сюрприз-боксе получит. Так, носки. Это что, штаны? Резервит, 44 размер. Кстати, на меня пойдут. Я думаю, они мужские, ребят. Офигенные, мне нравятся, сильные, расцветка такая крутая, модная. Обалдеть, вот это... Курочка какая-то, смотрите. А, это шлепок. Я думал, это игрушка, типа, на стену вешать. Носки. О, буцики. Смотрите, обалдеть. Это же Катерпиллер. Ребят, оригинальные, кожаные. Ну, блин, побитый, конечно, подушатанный. Какой размер? 40-й, блин. Нет, наверное, их все-таки никто не купит. Сейчас еще и не сезон. Ну, и второй вот шлепок. Ничего там больше нет. Так, здесь какие-то... Что тут за банки какие-то пластмассовые? Ребята, так, стоп. Сережка, бижутерия. Ну, смотрите, что там лежит. Это же айфон. Да ну нахер. Золотистый. Блин, экран битый. Короче, главное, чтобы здесь iCloud'а не было. Так, он, так, может, заряженный хотя бы. Да ладно! Ребята, он включился, я... Помойка дарит айфон.
Ребят, давайте молиться, блин, чтобы там iCloud'а не было. Потому что если там, короче, iCloud, это плату менять, а этот телефон уже старый, цена ему на Авито с целым экраном 1004, наверное, уже. Это iPhone 5S. Вот. Если тут нет iCloud'а, то я его оставлю себе, буду использовать для Авито. Тут даже сканер отпечатка пальца есть. Повезло, ребят, капец. Так, пока он загружается, давайте посмотрим, что тут. Какие-то банки, вот чуть-чуть этой буженин или как там называется. Какие-то препараты, таблетки. Амоксиклав какой-то. Просроченный, нет? Годен до 9 месяца 22 года. Ребят, даже... Он включился. Ребят, сим-карта не вставлена. Сенсор работает. Ура, Ирины. Ура, драли... Ой, не буду фамилию показывать. Ребят, тут даже все... Тут даже много всего установлено. YouTube, Telegram. А ну, сообщение, зайду, закрою. Ребят, реально, там данные остались. Facebook, смотрите, код подтверждения. Да ну, люди что, вообще гонят? Если, ну, надо же сбрасывать такое. Тут столько информации. Так, давайте смотреть iCloud. Блин, iCloud есть. Вот, Анастасия Кочкина, походу, какая-то. Видите? Не буду показывать ее почту. iCloud Drive. Короче, она не вышла с iCloud. Touch ID будет работать пароль? Разблокировка айфона. Так, проверяем. Ребят, Touch ID работает! Я прям сейчас свой палец туда уже вставляю. В чужой телефон. Можно сказать, вставляю палец этой девушке, которая это пользовалась им. Так, возьмите устройство удобно. Взял. Надеюсь, она его, короче, дистанционно не заблокирует. Завершено. Дальше. Введите код, пароль или функция Touch ID. Если функция Touch ID недоступна. Давайте я код-пароль придумаю. Ребят, я вот замылил специально, потому что я то ввел реально свой пароль. И теперь давайте проверять. Так, оно просит пароль. Давайте Touch ID. Разблоки... Да, работает! Жесть, давайте посмотрим, что в нем есть вообще. Фотки. Ребят, тут дохера фоток. Короче, ребят, я в шоке. Я в шоке. Тут фоток дохрена. Тут дохерища, просто дохерища фотографий. Там можно даже и найти ее сисички. Короче, ребят, обалдеть. Халявненький айфончик с помоечки. Я очень счастлив. Стоп, это что такое? Это для экшн-камеры чехол? Ребят, смотрите. Но это не для GoPro, но он новый. Забираю. Силиконовый чехол для экшн-камеры. Офигеть. Так, здесь какие-то крема. О, новая баночка для анализов. Это как раз моей девушке надо. Она сейчас беременная, в больнице ходит, и ей нужны вот эти баночки. Ребят, еще пакет. Что за прикол? О, машинка Молния Маквин. Офигенная, заберу. Disney Pictures. Disney Picker. My English very nice. О, медвежка. Ой, спасибо, Мишка Бурый. О, футболка. Адидас. Да этот человек, который все выкинул, видел, сколько там Адидаса уже? Еще одна футболка. Вот эту возьму. Фанат Адидаса. Кстати, пижамные штаны вот такие классные. Еще и зауженные. Ребят, это по дому таскать. Или даже так по улице ходить. Рассветка такая, ну типа стильно модно, молодежь. Но забираю, ребята. Помойка реально чувствует, дает то, что мне надо. Мне как раз телефон для Авито нужен был. Ребята, содержит iPhone XR. Быстрее давай. Пусто, одна тряпочка. Вот такие коробки я беру, их покупаю. Все равно рублей 300 я за 300 рублей смогу продать. Так, что тут? Сишки есть, сенатор. Смотрите, ребят, зажигалка и сенаторы. И зажигалка рабочая. Ребят, я просто в шоке. Поражен. Да, капец, столько находок. Я просто поражен. Ребят, ставьте лукасы за такую удачу и за мой труд. Нужно следить за гигиеной, поэтому я ополаскиваю руки. И вы тоже руки мойте почаще, а то сейчас много вирусов ходит. А на помойках они тоже ходят, ребятки. Вот тут, есть ли тут что-то съедобное? Взрывоопасные кегли. Вот это я вообще боюсь трогать. Может взорваться. Ой-ой-ой.
Вот так вот выглядит боль моими глазами. Но я, ребят, походу свое все равно возьму. Вот тут пакеты остались. Они их не вывезли. Вот смотрите, морсик холодненький, кстати, капец. Ой, ребят, латунь. Это латуневый смеситель. Давайте проверим, латуневый он или нет. Вот так вот потереть надо. Да, латунь, офигенно, забираю. И, кстати, ребят, я тут вспомнил, я сейчас квартиру переехал в новую, и там, короче, вот эта лейка фиговая, я ее заменю на вот эту. Здесь шланг офигенный, а там у меня херовый, короче, помойка дарит возможности. Опа, 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 ребята, помойка опять обувает, но это все заношенное. Это вообще с Алиэкспресса. Неинтересно. Вынос с хаты, ребят. О, коробка от Снюса. Там что-то есть. Ага, вторяки. О, это, ребят, лампа для маникюра такая. От USB-шки питается, маленькая, компактная. Можно взять? О, Дима, свечи. Ой-ой-ой, слышь, новые. Смотри, они новые, чувак. Бошевские. Новые бошевские свечи. Только это не на мопед. Не на мопед, но все равно. Бензопилы. Но все равно, ребят. Такую вкрутить можно. Смотрите, дай я покажу. Если бы она была не новая, вот здесь был бы нагар. А его здесь нет. То есть они новенькие, ребятки, Бош. В коробочке, вот это такие вот. Это бошевский брак, я сразу вижу. А что с ними не у так? У них электрод, ну, гнутые электроды, они пробивают все. И что делать? Не да будем брать? Возьмем. Их мопед включить, вкрутить можно на крайняк. Понял. Для мопеда, короче, можно будет использовать. Крайняк. Крайний случай. Опа, 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 опа. Это советская колба, баночка такая. Это, короче, мой дед в такое вино делал, настаивал. Это можно было бы на барахолке продать рублей за 200 точно, но мы это брать не будем, нам некуда ее ложить. Короче, мы решили ее забрать. Пусть много места занимает, но ее точно купят, ребят. Ну тут постельное какое-то, ну тут кляпи могут быть, и вот видите, шлепки ушатанные. Ебануться, шлепки гнутся. Что там, Дима? Дай глянуть. Опа, чуть-чуть покушать. Ой, это же арахисовая паста. Ой, смотрите сколько. Вот это деду надо, вот это беру, да. Ой, ребята, это бюджетный Samsung. Ну, был бы он там. Я порадовался. А так... О, гематоген, ребята, блин, вскрытый. Был бы не вскрытый, я бы покушал. Ребят, а сейчас я вам расскажу интересную историю. В общем, Дима сегодня днем нашел вот этот велосипед возле помойки и пристегнул его уже моей противоугонкой. В общем, вот такой велик кто-то выставил возле помойки. Поначалу Дима подумал, что это может кто-то забыл или кто-то сейчас придет. Он его оттащил в сторону и постоял с ним минут 15. Ждал, мало ли вдруг придет хозяин. В общем, хозяин не пришел. Да и к тому же, видите, ребят, видно, что он весь пыльный. То есть, значит, на нем никто не ездил, он где-то стоял. Вторая причина, означающая, что его выкинули, пробитые колеса, видите, вот здесь рассоединено. Даже тут, смотрите, вилка Сантур. Офигеть, это топовый реально велик. Мы его будем использовать для помоек. Ну или продадим. Продать его можно будет 6000-7000. Тут даже есть крылья. Он почти... Он видно, что стоковый, короче. Видно, что он долго стоял, весь пыльный. Ну и колеса пробиты. Плюс цепь чуть-чуть поржавела. Он даже на скоростях. Смотрите, ребят, да в нем даже восьмерки нет. Ему, ребят, реально жестко повезло. Вот чисто случайно он его увидел. Вот такое тоже бывает. Я когда бывает тоже мусор выхожу выносить, тоже что-то нахожу на помойке. В общем, такая история. У нас теперь есть вот такой вот крутой стелс на халяву. Кому интересно, модель велосипеда стелс навигатор 570. Денежная помойка. А знаете почему? Потому что я в этом баке находил настоящие 15 000 рублей. У меня все помойки на районе как-то называются. Есть любимые, есть денежные, есть вещевые, есть те, которые меня сильно кормят. Ребята, тут муравьи, а мы подумали, что кляпи. Короче, я полез. Думаю, здесь что-то может быть. В тот раз, когда 15 000 нашел, я вообще не думал, что они там есть. Я также в бак залез.
нашел просто открытку. Кому-то деньги на днюху подарили, видимо. А чел забыл про эти бабки и выкинул, а я нашел. Так, а здесь что? Принглса нет. Коробка какая-то. Уральская 2. Катушка спиннинговая. Опа. Лукар, цвет зеленый. Анилиновый краситель. Слышь, советский какой-то анилиновый краситель. Тут, ребят, советские свертки. Это что такое? Ой-ой-ой, что это, ребят? Я вообще в шоке. Я, кстати, я очень удивлен. Это все видно, советские бумаги. Вот тут вообще может лежать золото, ребят. Может, нычка пенсионера. Давайте осмотрим так тихонечко. Что же такие за свертки интересные, блин? Тут тоже вот это вот. Что это такое? Это что, пенсионер козявки здесь складывал и копил всю жизнь? Ребятки, я в гараже. И смотрите, что у меня есть. Есть сюрприз-бокс из помоечки. Вы можете порадовать своих друзей и знакомых таким оригинальным подарком. Все, что находится в этих боксах, я собирал в помоечках. Там по большей части электроника. Но есть сюрприз-боксы разные. Вот, допустим, вот этот, это стандарт. Это для женщины. И вот еще женский бокс. Также три стандартных и еще есть VIP-бокс, но его уже купили. Вообще это сюрприз-боксы, но вот этот открытый вы сами можете видеть. Сверху лежат перчатки боксерские Green Hill в хорошем состоянии. Это спортбокс мужской. И самое крутое, что есть в моих сюрприз-боксах, это, конечно же, то, что они окупаются. То есть, если продать все, что будет внутри коробки, можно будет еще и денег заработать. Для того, чтобы заказать сюрприз-бокс, вам нужно просто зайти в мою группу Штребух Шоп по ссылке в описании. Ну и, конечно же, написать в группу. Не лично мне, а вот именно в сообщении группы пишите. И после оплаты сюрприз бокса в течение 1-2 дней я вам его отправлю. Какие-то металлические штучки, а вот это латунь. О, канистрочка. Я же сказал, что-то тут может быть топовое. Маленькая дорожная канистрочка, ребятки. Что ты тут нашел уже? Вау, это что такое вообще? Что-то супер старое. Здесь провод питания, какие-то супер древние наушники. Но мы еще подумаем, брать их или нет. Это еще и Ритмикс. Супер бюджетные. Звук по-любому говно. Значки, часы, фотографии, бижутерия, короче, это на барахолке покупают, ребят, подобное. Смотрите, провод питания для компуктера. Короче, здесь я только медь заберу и все, наушники нафиг нам идти не надо. Опа, опа, ребят, пылесос. Ребят, тут целый комплект, походу, пылесос в комплекте. О, Скарлетт с проводом. Ой, только его чинили, видно. Может, даже в гараже себе его оставим. У нас там такой непонятный пылесос. Смотрите, трубка поломана, но это не проблема. У нас есть нормальный... Тут же меди много. Ладно, у нас, в принципе, есть, а то я опять Плюшкина включаю. А хрен мы его продадим, вот такой поломанный, ребят. Ребята, это что такое? Это на что одевается? Это на трубку. Какую трубку? Это на пенис одевается. Так, что тут? Ребят, тут в этой сумке что-то было по-любому. Тут и к гадалке не ходи. Какая фура врежется? Это же Volvo. Она еще и целая. Вообще неплохая игрушка так-то. Оставлю, может, какие-то дети заберут. Хотя в этих домах я не думаю, что дети ползают на помойках. Как я, допустим, в детстве ползал. Опа! Что это такое? Ой, это детская такая колыбель-качалка. Смотрите, ребят, с музыкой. Работает? Вообще интересная штучка. Вот это можно стирать. Конструкция целая. Это укачивать ребенка. Ребят, я это, наверное, заберу. Потому что она плюс-минус целая. Помойка дарит детский крепкий сон. О, да ладно! Смотрите, какая лампа крутая, советская. Даже с полным комплектом. С вот этой штукой, куда вставляется вот эта штука. Ребят, я это домой заберу. Смотрите, какой у меня тут набор. Детская качалка и топовая лампа.
Это новые полностью. Они как новые, ребят. Это новые, они в упаковке. Дай гляну, что за модель. Лемонти. Ребят, что за Лемонти? Можете загуглить. Судя по качеству, но это что-то среднее, типа между дорогим брендом и не супер дорогим. Хотя, возможно, ошибаюсь. А где второй-то? А, вот, вот он. А, даже коробка нет. Нет, судя по коробке, это шлак дешевый. Но мы их заберем. Их купят на рынке, они новые. О, ребят, еще. Ой, как кушать хотят сильно. Какой бренд? SteelSeries. Чувак, я такие уже раз 5 находил. Но это не супер дорогой, но и не супер дешевый. В принципе, неплохие наушники. Тут одной амбрашюры нет и, в принципе, целый провод. Звук в них неплохой, у меня были такие. А амбрашюру можно, в принципе, под них подобрать и пользоваться. Очистить их и, возможно, даже рабочие. И чинить их, кстати, не так уж и сложно. Так что неплохие наушники для компа. Возможно, знаешь что? Порванный штекер, ну это фигня, это починить вообще легко. Помоечка дарит игровые наушники. По-любому рабочие, потому что если они сломаны, их очень легко починить. Помойка дарит опять нам свет. Вот такая лампочка. Возможно, рабочая. Видно, что не дешевая. А это вообще красная лампа. Так, Дима еще вот этот пакет нашел. И никак и не проверил, что там. Кстати, что-то тяжелое на самом деле. Коробочка. Ага, золото. Вот эти коробочки можно продать на самом деле на барахолке. Там, в общем, ребят, там люди ювелирку продают. Им эти коробочки пригодятся. Они нам тоже пригодятся. Я буду туда ложить кольца с помоечки. Кстати, неплохой чехольчик, смотрите, но битый. Пока мы находки паковали в сумку, нам тут вынесли вот такой вот дрыц-тыц телевизор. Мы не стали его ногами разбивать, а культурно раскрутим отверточками и извлечем с него все медные запасы. Меди там будет грамм на 200-300. В общем, рублей на 150. Мелочи, но приятно.